Мама, а почему мы уезжаем? Так надо, сынок. А где моя лейка? Я ее в саду не нашел. Она, по-моему, на тумбочке в прихожей. Иди посмотри. Может, не стоит так сгоряча. Надо как-то еще раз все взвесить. Я уже все решила. Ой, не нравится мне это. Как мне это все не нравится? Ну откуда это Дима объявился? Ну просто как черт из табакерки. Не пойми, что у него на уме. Ну вот не верю я ему, вот не верю и все. А я ему, знаете, верю. Дима очень сильно изменился. А вот ваш Сергей оказался лживым и двуличным человеком. Любимая, нам пора. Я все. Зоя Михайловна, я очень ценю ваше отношение к Наташе. Моему сыну. Приезжайте к нам в гости. А? Не знаю, смогу ли. Но вы постарайтесь. Подождите. Все нормально? Да. Точно. Что ты здесь делаешь? Ты что, забыл? Мы вчера выпили, у нас был потрясающий секс. Что ты несешь? Какой секс? Дорогой, я очень рада, что мы снова вместе, и ты смог меня простить. Не ходи к ней. Она вчера была здесь. Видела тебя и меня, когда ты спал. Я не знаю, что вчера произошло. Но одно я знаю абсолютно точно. У нас с тобой все кончено. Раз и навсегда. Собирайся. Когда я вернусь, чтобы духа твоего тут не было. Готовы? Мам, мы уезжаем насовсем. Больше никогда не приедем. Нет, почему? Мы обязательно будем сюда приезжать. Я тебе обещаю. Проходи. Ну как? Красиво тут. Кость, ну как, тебе нравится? Нет. А почему? Не знаю. Нет никаких растений. Растений? Ну это же поправимо. Да, конечно. Мы можем купить очень-очень много цветов. Стопка у дома. Угу. Мы теперь здесь жить будем. Здесь. А наш дом и сад, а мой абрикос, кто его будет поливать? Зоя Михайловна и будет поливать. Но я сам хочу. Так. Костя,
мне тоже очень нравится ваш дом. Но мы сделаем там ремонт, и у нас будет настоящая дача. Договорились? О, да, отлично. Теперь снимай рюкзак. У меня для вас сюрприз. Сюрприз? Поехали. Какое место? Какое место? Потом расскажу. Давай. Осторожно. Ну как, тебе нравится? Нравится. Ладно. Давай, попробуй теперь сам. Наташ, мне... Мне кажется, пора ему сказать, кто на самом деле я. Дим, давай подождем. Да чего ждать? Чего тянуть? Костя! А иди к нам. Давай, давай, подъезжай. Я должен тебе сказать кое-что очень важное. Я твой папа. Да, Костя. Дима твой папа. Я не хочу быть твоим сыном. Я хочу, чтобы моим папой был дядя Сережа. Костик, дядя Сережа не может быть твоим папой. Почему? Потому что он чужой. А я твой родной, настоящий отец. Дядя Сережа мне не чужой. Кость! Мам! Кость! Нет! Стой, стой, стой! Стой, ну ты чего? Ты чего? Зоя Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы могли бы мне дать адрес Дмитрия? Мне нужно поговорить с Наташей. Поговорить? Да. А вы, молодой человек, определитесь, с кем вам разговаривать нужно. С женой или с Наташей? Мужиком нужно быть, а не тряпкой. Зоя Михайловна, это все совсем не так, как вы думаете. Так, не так. Ей бедной каково. Ты о ней головой своей подумал? Зоя Михайловна, я люблю Наташу. Mm-hmm. Я хочу с ней объясниться. Дайте мне адрес Дмитрия. Зоя Михайловна! Уснул? Уснул. Что мне сделать, чтобы он воспринимал меня как отца? Просто дай ему время. И он к тебе привыкнет. Хочу, чтобы у нас была настоящая семья. Ребенок, жена, муж. Люблю тебя. А я тебя люблю. Давай завтра целый день проведем вместе. А Костя? А Костя? Детский сад. Я уже договорился. Быстрее привыкнет к новой обстановке, заведет друзей. Ему так будет легче. Попробуем. Дим, я не знаю, по-моему, тут очень сильно пафосно. И Косте будет некомфортно. Ну да, это элитный детский сад. Но наш сын достоин только самого лучшего. Все будет в порядке. Не переживай. Ну да, наверное, ты прав. Я накручиваю, да? Да. А мы сейчас куда? За рассадой? Нет, у меня для тебя сюрприз. Сюрприз? Да. А рассада? Мы же Косте обещали. Обещали, значит, сделаем. Ты моя садовница. Но сначала ты. Садись.
Хорошо. Расскажите мне про Вику. Как-то мне некомфортно. Ну, перестань. Ты очень красивая. А мы идем в ресторан. Да? За рассады же. Нет, сначала в ресторан, у нас там встреча. Неожиданно вернулась моя сестра двоюродная из Лондона, и она жаждет с тобой познакомиться. Я не знала, что у тебя есть сестра. А мы просто особо не общались. Она в юности переехала в Лондон. А когда я приехал в Лондон на стажировку, мы списались, встретились, как-то сдружились. Идем, познакомлю. Ну что, будем на «ты»? Дима о тебе очень много рассказывал. И про белую лошадь, и про то, как вместе цветы сажали. Ты все это помнишь? Я никогда этого не забывал. Ну, я очень рада, что вы снова вместе. Настоящая любовь. Заявление уже подали? Да, сегодня. Свадьба назначена на 15-е. Ты приглашена. Да что ты. Удивительно. А я, наверное, пойду, не буду вам мешать. Приятно было познакомиться. И мне. Все. Пока. 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 Прыгунья стрекоза. У тебя очень хорошая сестра. Мне она понравилась. Устроим зимний сад? Ну, я попробую. Как раньше. А я тебе помогу. Извини. Да, слушаю. Че, прям сейчас? Ладно, я приеду. Мне в офис надо уехать. Там важны клиенты, без меня никак. Это надолго? Не знаю. Хорошо, тогда я сама заберу Костю из садика, приготовлю ужин и буду тебя ждать. Костю из садика, ужин, жена дома ждет. Как я без этого жил раньше? Никак. Пока. Алло, Альбин, привет. Привет. Ну что, я тебя поздравляю. Когда свадьба? Через месяц. Чего мы по телефону? Давай встретимся. Наташ, я бы с удовольствием, но я что-то заболела, вирус подхватила. Угу. Давай как только так сразу. Хорошо? Хорошо. Угу. Всего пока. Аль, ну прости. Ну правда, котик, не дуйся. Я не хотел, просто потерял контроль. Потерял? Да. Тебе не кажется, что у тебя его нет и никогда не было? Шутки убери. Рыбка, но ведь ты сама виновата. Что? Сама виновата? В чем? В том, что ты меня ревнуешь каждому столбу или что? Не нужно давать повод. Я тебе не даю повод. Я тебе верна. Аль, прости меня. Правда, это последний раз. Обещаю. Ты уже тысячу раз обещал. Нет, сегодня, вот сейчас я обещаю, я клянусь. Этого больше не повторится. Угу. Да пойми ты, я ревную тебя, потому что люблю тебя безумно. А вот и доказательство. Смотри. Белое золото. Брюлики. Все, как ты любишь. Аленька, ты знаешь, я люблю тебя. Все для тебя сделаю. Ну что, прощем? Тебе понравилось в садике? Вы что сегодня делали? Стихи учили по-английски. Угу. В игры всякие играли. Мам, когда мы домой поедем? Дядя Дима обещал.
Кость, папа. Ну, если он обещал, значит, так и будет. На машине поедем. Ну, можем на машине, можем на автобусе. Вот смотри. Видишь, вон там вот, там автовокзал. И оттуда идет автобус в наш любимый Михайловск. Алло? Кость, я ненадолго отойду, хорошо? Привет. Зря приехал. Послушай, я не знаю, что произошло. Ко мне пришла Татьяна, она хотела о чем-то поговорить. Мы просто сидели, пили чай, а потом я отключился. Помутнение рассудка от нахлынувшей страсти? Да нет же. Между нами ничего не было и быть не могло. Наташа, я приехал объясниться, выслушай меня, Сергей, я выхожу замуж. Но ведь он тебя предал уже один раз. А сейчас меня предал ты. Нам больше не о чем говорить. Дядя Сережа! Привет. Дядя Сережа приехал, чтобы попрощаться. К сожалению, ему уже нужно уезжать. Идем. Костя, почему ты подрался? Ты опять кого-то защищал? Нет, не защищал. Просто Ваня меня ударил. Сказал, что я дурак, что он меня побил. Я его ударил. Кость, ну это очень плохо. Нельзя решать спор кулаками. Ну ты меня расстраиваешь. А мне дядя, папа Дима, сказал, что нельзя никому уступать. Что всегда надо бить первого, чтобы показать, что ты сильнее. Потому что сильный всегда прав. Кость, пообещай мне, пожалуйста, что больше так делать никогда не будешь. Обещаю. Ты не должен учить сына жестокости. Мир жесток. Он должен уметь защищаться. Бить первым – это не защита. Ты делаешь из Кости морального урода. Ты этого не понимаешь? Извини. Извини, я был неправ. Это больше не повторится. Я обещаю. А хочешь, завтра в цирк сходим? Я завтра встречаюсь с Альбиной. Но ты с Костей можешь сходить вдвоем. Ой, Натка, чем больше Димку узнаю, тем больше ваш тебе завидую. Класс. Вытащила счастливый билет. Спасибо. Может, поплаваем? Давай. Это не все нервы. Синдром невесты называется. Может быть. Оп. Аль, у нас все так быстро происходит, что у меня ощущение, что что-то не так. Ты просто не знаешь, что такое не так. Не так это, когда на тебе места живого нет. Вон зубы надо вставлять. В смысле?
Тебя муж бьет? Ой, не спрашивай. Отрывается по полной, как в спортзале. Ревнует каждому столбу. Я вообще ни с кем не понимаешь? Уходи от него. Зачем? Он мне компенсирует все потом. Чем такое можно компенсировать? Брюлики покупает, шубы из соболя, вон тачку новую купил. Аль, это все того не стоит. Разводись с ним. Наташ, за все в жизни надо платить. Ты же знаешь, я всегда хотела жить как королева. Хотела, чтобы у меня все было. Вот, у меня все есть. Просто за это такая цена. Привет. Привет. Где была? С Наташкой встречалась в СПА. Ты же говорила, вы пойдете в Лотос. Я звонила, сказали, тебя там нет. Ну, в Лотосе была занята, мы пошли в другой салон. Ну, конечно. Ведь это же вранье. Тварь. Ты была у любовника. Шлюха ты. Ты... Не надо. Ты... Не надо, пожалуйста, Слава. Ты таким добром, ты не плачешь за то, что я тебе делаю, да? Нет. Ты... Наташ! Кто там? Проходи. Господи, Альбин, что случилось? Он меня чуть не убил. Можно я пока у вас поживу? Конечно, можно. В общем, я твердо решила развод, все. А Димка, кстати, обещал помочь с работой. Ну, если пообещал, значит, поможет. Девчонки, смотрите, какое обалденное. А мне кажется, какое-то навороченное. Вот. Смотри, какое элегантное, красивое. Да, мне нравится. Надка, ты чего, у тебя свадьба скоро, ты как будто совсем не рада. Я, конечно, рада, рада. Просто я немножко устала ничего не делать. Чувствую себя, как будто бы я растение такое красивое и бесполезное. Зачем тебе работать? Отдыхай, кайфуй, не знаю, жизнью наслаждайся. Но я же уже отдохнула, покайфовала, я что-то делать хочу. Я по дому соскучилась, я бы хоть сейчас поехала. К себе. Девочки, совсем забыла. Мне же нужно на маникюр. Простите, удаляюсь. Ну, как она тебе? Очень даже ничего. Я только кое-что заметила. Что ты заметила? Ну, она иногда на тебя так смотрит, как будто, не знаю, сожрать хочет. Сожрать? Может быть, она была голодна? Хотя вроде она вегетарианка, не знаю. Может, тебе показалось? Наверное, показалось. Ну, а вот это? Если Альбина подаст в суд, то она, скорее всего, выиграет процесс. Она несколько раз снимала побои, и суд квалифицирует это как домашнее насилие. И вам придется оставить ей часть своего имущества. Да черт с ним, с имуществом! Верни мне жену! Ну, ты что думаешь? Я могу себе с десяток найти таких, как она? Ну, вообще-то да, так и думаю. Верни мне ее. Верни мне ее. Хорошо, можно попробовать, но... учтите, Альбина настроена очень решительно. Нужно поговорить с Наташей. Она же подруга. Да, она ее подруга. Она 100% Альбине расскажет о вашей встрече. А что я скажу? Вот это мы сейчас с вами обсудим. Сейчас. Я на минуту. Послушай, она уже сомневается. Говорит, ей тут плохо. По работе скучает, домой хочет. Ничего, это временно. Привыкнет. А если нет? Ты должен поторопиться с этой женитьбой.
Я понял. Спасибо. Здрасте. Наташа, можно с вами поговорить? Мне бы этого не хотелось. Умоляю, пару минут буквально. Костя, покатайся пока тут недалеко. У вас ровно 2 минуты. Наташ, я очень виноват перед своей женой. Но я люблю ее, поверьте. Без нее моя жизнь утратила всякий смысл. Об этом надо было раньше думать. Я все осознал. Все. Я все исправлю, клянусь. Я обещаю, что больше пальцем не трону Альбину. Очень слабо в это верится. Я прошу вас, поверьте. Я был у психолога и договорился пройти курс лечения от агрессии. Да, я еще и купил, как обещал, квартиру в Швейцарии. И все оформлю на ее имя. Прошло 2 минуты, а вы меня ни капельки не убедили. Кость! Пойдем домой. Мои руки, и сейчас будем кушать. Ты говорила со Славой? Да, говорила. Он просил сказать, что во всем раскаивается и просит прощения. А можешь, пожалуйста, подробнее? Надо, мне очень надо знать. Зачем тебе это нужно? Наташа, я просто с ним чуть-чуть поговорю, обсудим развод. Не переживай. Спасибо, что приютили, я поеду. Любим, ты чего? Наташ, я все решила. Это моя жизнь. Увидимся. Поедем вместе в Швейцарию. Пока. Привет. Привет. Руки Димы. Привет, Кость. Понятно. Так, а где Альбина? Ушла к своему садисту. Ясно. Слушай, а у меня хорошие новости. Мой друг, он владелец дизайн-студии. Я с ним поговорил. И он может взять тебя на работу. Как тебе? Спасибо, конечно. Но я все-таки хочу сама. Ну хорошо. Сама так сама. Кость! За стол. Послушай меня внимательно. Если ты еще раз заикнешься о разводе, я тебя живьем закопаю. Ты поняла меня? Ты меня поняла? Завтра я с компаньоном еду на охоту. Не выходи из дома никуда. Хорошо? Вот и славно.
Проходи. Так. Значит, смотри. Все родные уехали, так что можешь жить сколько хочешь. Он сегодня возвращается с охоты, и я оставила ему записку. Он меня убьет, если найдет. Ну, во-первых, не найдет. А во-вторых, не бойся. Ты со мной. Хорошо? Проходи. Хочешь, я с тобой посижу, пока ты не уснешь? Все хорошо. Спи, спи. Признаюсь, в этом году у меня не было в планах брать новых сотрудников. Да, я понимаю. Но если вдруг появится вакансия... Она уже для вас есть. Ну, я был бы полным идиотом, если бы не взял такого талантливого специалиста, как вы. Спасибо. Работать! Я очень рад за тебя и поздравляю. Я ни на минуту в тебя не сомневался. Спасибо. А еще у меня для тебя сюрприз. Да, какой? Наша свадьба через 3 дня. Через 3 дня? Ну да. Я думал, ты обрадуешься этому. Да ты просто кладешь неожиданностей. Я просто люблю тебя и хочу, чтобы ты радовалась каждому мгновению нашей жизни. Можно? Девушка? А как мы успеем все так быстро сорганизовать? Так вот, я решил, если, конечно, ты не будешь против. К черту эту пафосную свадьбу. Только ты и я распишемся по-тихому и укатим на край света. Я, ты и самые близкие. Да. Давай. Здрасте. Охмуряешь свою новую жертву, да? Так, Елена Викторовна, ну-ка, давайте за свой столик, ладно? Ты, наверное, деточка, думаешь, что он прекрасный принц, да? Нет, он чудовище. Его интересуют только деньги. Если он с тобой, значит, ему просто от тебя что-то нужно. Так, Елена Викторовна, оставьте нас в покое. Беги от меня. Слышишь, беги, пока не поздно. Этот мерзавец меня подставил. Из-за него меня вышвырнули из фирмы. Я лишилась вообще всего, ты слышишь? Всего! Да отпусти ты! Прости. Прости, это несчастная женщина. Она алкоголичка. Ну, крыша поехала. Она начала пить просто по-черному и на работе. Из-за нее сорвалась одна очень важная сделка. Это была, естественно, последняя капля, ее уволили. Но меня взяли на ее должность. Несчастная женщина. Да. Прости еще раз. Альбит, что-то я не поняла, где твой муж? Мам, он уехал в командировку по бизнесу. А у меня тост. Дорогие мои, хочу выпить за вас. И пожелать, чтобы ваша любовь была вечной. И чтобы через 10, 20 или даже 100 лет ваши сердца горели так же, как и сейчас. Будьте счастливы. Спасибо. Спасибо. За вас. Ура! Горько? Горько. Да, горько, горько.
Может, пойдем потанцуем? Дим, я ноги натерла. Давай не сейчас. Так, может, со мной потанцуешь? Если жена, конечно, не будет против. Жена не против. Наташа, я хотел с тобой просто посидеть. Да ладно, иди, отдохни, потанцуй. А у меня глобальные перемены в жизни. Да, и какие? Я ушла от Славки, живу в Олега. Он теперь мой адвокат. Серьезно? Угу. Только я Диме не говори, Олег попросил. А, не скажу. Ну, смотри, голову не сверни. Пару часов как поженились, уже боишься, что заремонт. С чего это вообще? Мне бояться. Ну да. Глупо ревновать к родной сестре. Слушай, он так по мне заботится. Хотя живет на одну зарплату. Я себя настоящим человеком чувствую. Это же дом в Швейцарии не нужен. Это хорошо, мама знает? Да нет, потом скажу. Я рада, что вы поженились. Они как-то так странно танцуют. Все-таки у меня ощущение, что она его любит как-то не по-сестрински. А у меня хорошие новости. Да? Да, минутку вашего внимания. Через 6 дней мы всей семьей, Костя, отправляемся в круиз по Средиземному морю. Да. Загранпаспорта уже готовы. Да? Да. Здорово. Кость, ты не рад? Это же здорово, путешествие. Тим. Да, Костя, мы будем в открытом море. Ты увидишь настоящих дельфинов, и мы сможем с тобой рыбу там ловить. А мне нравится ловить рыбу с дядей Сережей. Сколько можно, а? Поэтому дядя Сережа. Дядя Сережа, он преступник. Он плохой человек, он в тюрьме сидел. Нет, ты врешь, он хороший. Костя. Мне кажется, все немного разнервничались. Может, выпьем? Костя, я понимаю, что ты расстроен. Я самый счастливый человек на Земле. Чего? А? Как думаешь, как там Костя? Он там совсем один? Ну, один. Он у Зои Михайловны. С ней развлекается. Не переживай. Он просто сегодня немножко переволновался. Ревнует меня к тебе. Правда. Ну что? Открываем вино? Наташ. Прости, Господи, прости, пожалуйста. Все нормально. Это на счастье. Не переживай. Я сейчас новую бутылку закажу. Не надо. Что не надо? Не надо заказывать новую бутылку, Дима. Ну, хорошо. Эй, ты чего? Дим. Да? Я устала. Не сейчас, прости. Ну, хорошо, все нормально. Можешь заехать сегодня ко мне после работы? Не могу. Я тебя прошу, не надо. У меня нет времени, мне нужно забрать сына из детского сада. Сына, может, и жена из детского сада забрали. Наташа задерживается на работе, ясно? Дима, ты не забыл?
Нет, не забыл. Пап, я свою машину забыл. Ну, давай беги, я тебя здесь подожду. Что здесь делаешь? Соскучилась. Хочу с тобой побыть. Ты с ума сошла? Что делать? Он Наташке расскажет. Не волнуйся, сейчас все улажу. Малыш. Значит так, слушай меня внимательно. Если ты что-то расскажешь своей маме, я ее убью. Понял? Хорошо понял. Вот замечательно. Идем к папе. Садись. Не переживай, он ничего не скажет. А ты помни, сегодня все должно быть кончено. Пристегивайся. Кость, ты чего? Что-то случилось? Нет, мам. Ничего. У тебя температуры нет? Ничего не случилось. Угу. Ты помнишь, я тебе обещал? Буду тебя защищать. Да, помню. А что такое? Да просто. Ну, хорошо. Давай почитаем. Давай. Держи. Спасибо тебе. Устала? Угу. Немного. А, хочешь, я ванну тебе наберу теплую? С маслом и лепестками роз. Хочу. У тебя все хорошо? Да, все Похищение ребенка – тяжелое обвинение. Да не похищала я своего собственного сына. Это абсурд. Хорошо. Но кроме этого, вас обвиняют в мошенничестве, подлоге документов, незаконном
за владение денежными средствами и убийство человека. Помогите мне.